have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки и Транзистор. Посмотрим, что же у нас тут в продолжении будет. Наверное, сейчас будет какой-то огромный мега-босс, которого я мега не смогу убить, но пробуем. Никого нет. Немножко необычно, что все на колесе, то есть, когда ты вниз колесо вращаешь, ты ожидаешь, что оно пойдет 2, 3, 4, но когда ты нажимаешь, ну, дергаешь вниз, оно идет на 4. Кто это придумал? То есть колесо это удобно, но как оно организовано? Да. Ладно. Нет. Да. О, новая опция. Ну-ка. Привет, куда все ушли? Мы вытащим тебя отсюда. Уничтожил процесс. Его уже не вернуть. Давайте, как... Я случайно сейчас зажал таб. Я это прекрасно понимаю. Блин, а я просто думал, как мне зайти в опции почитать, а тут нету... Я нажимаю I, ничего не происходит. Когда я нажимаю таб... Начинается вот это прикольно, мне нравится. Но как посмотреть инфу про чувака, видимо, придется ждать. Ну защищает его. Я тебя понял. Да, зайди ты сюда. О, он начал защищать другого. Так. Хорошо. Я не могу двигаться, пока у меня нет... Ну, то есть я использую вот эти очки движения, но когда они у меня использованы полностью, пока они не восстановятся, я не могу двигаться. Так, огромного я же еще не убил, да? Да. Неплохо, неплохо, я понял более-менее. Нет, 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 вот не надо, не подходи ко мне. Я все просрал. Да-да-да, согласен с этим. Так, у меня пол хпшки осталось. А, серьезно? Ты еще живое? Погодите, а теневой, который ездил, я думал, что их типа два. Один теневой, ну, который проявится после смерти первого. Но этого не случилось. Ну, как бы ладно, я не буду спорить. Ладненько, давайте посмотрим. И новенькое, что у нас там было новенького? Погодите, я ж подобрал какую-то новую душу.
А где она? Один, три, два, три, один, три. А мне что-то как-то кажется, или я не прав? Свет еще горит. Ну-ка. Я не хотел заходить. Ну, хотел, ладно, терминал. Происшествие в нулем множестве. Новости для зрителей. Новости дня. Зрители были эвакуированы с популярной открытой площадки Goldwalk. Полный отчет. Не слово о камерате. Сохраняем. Так, ладно. Прошлой ночью около часа 17 после завершения всех запланированных выступлений в службе OVC наступило несколько сообщений от независимых очевидцев, да. Свидетели описали подозрительные события в популярном концертном зале. Власти проводят оценку отчетов, в которых сообщается, что по меньшей мере 2 человека получили серьезные травмы. По некоторым данным, в числе пострадавших могла оказаться известная исполнительница Red. Мы будем следить за развитиями событий. Оставить комментарий, отправить. Я все еще здесь, но не о чем волноваться. Спасибо за ваш ответ. Да. Тут ничего? Точно? Ну хорошо, аллея. Let's keep looking for what? Чем мы ищем-то? Я пока не до конца впиливаю в сюжет. То есть я вижу некоторые обрывочки то тут, то там, но... Ладно, рекламные материалы. Ты любил ходить на концерты. Я их создавала. Посмотрим, что внизу. Да давай. Точка доступа. Удалить. А, кстати, память 12.16. А, это память заполнена. Я понял. Угу. Точка доступа — это там, где мы можем реорганизовать наши скиллы и заодно сохранение. Концерт в следующем месяце. Мы подошли к финальной части голосования, которая определит хедлайнеры следующего месяца на лучшей площадке Клаудбанка. Показать. Наши финалисты. Сенсационная Red и любимчик офисных работников Факсимиль. Кто же победит? Решать знаю. Конечно, Red. Благодарим за участие в голосовании. Результата Red 88, Факсимиль 12. Ах, если бы. Да, можно мышкой вот так вот ходить. Ну, не знаю, как-то кнопками уже привык немножечко. Когда я впервые тебя увидел на этой сцене, подумал, что... Тебя любят все. Все, кроме них. Я уже узнал про таб. Спасибо. А, здесь-то было сюжета необходимо. Вчера вечером. Теперь я понял, как это произошло.
Мост Фэрвью, воплощение мечты. В случае успеха этой петиции великолепный остров Фэрвью будет связан с заливом Голдвок. Так, ладно. Петиция. Самое уединенное очаровательное место для отдыха во всем Клаудбанке доступно только для воздушного и водного транспорта. Должно быть открыто для всех. Если эта петиция получит достаточную поддержку, будет начато строительство пешеходного моста, который соединит северо-западную часть города с островом Фэрвью. Приятная прогулка по побережью. Вот все, что будет отделять вас от Fairview. Согласно расчетам, дополнительное движение пешеходов и небольших автомобилей не окажет существенного влияния на местный бизнес. Подписать. Помогите. Спасибо за ваш ответ. Помогите. Тут, когда нажимаешь на таб, она просто кашляет, и я не могу бежать. А, это мы, типа, вернулись в начало. Она не явилась, Сибил. Ты здесь. Я знал, что... погоди, мы уже играем. Я думал, что у нас... Раз. Два. Две сотни с тебя снял. Раз. Два. Ай, больно. Раз, два. В смысле, she's back? Я вижу, спасибо. А, я-то не patching up, мне больно, если чё. А ничего, что она это... Я ее не заспамлю. Почти. Это должно помочь. Вы издеваетесь, а как я это сделаю? У меня не осталось хпшки. Хорошо. Нюнечка, она под защитой. Thank you.
Так, она там где-то лечится, да, пока что? Валим! Так это по сотне не снимает, надо валить. Последний. Фух. Мне придется одну из своих способностей опять ревайвить, но ладно. Ну-ка. Давно не видели Сибил. То есть мы можем ее поглотить теперь. Твои дружки из Камерата, я хочу, чтобы ты знала, сказала нам, где они. Четвертый уровень. Выбрать функцию help. Преобразование содействия. Уровень четвертого функция. Призыв друга, который будет помогать пользователю. Планирование действий друга во время хода. Возможность. Ну да, давайте. А друг. Уровень пользователя. Сведения аутентификатора. Вы видите черные ходы. Нашли, что нужно. Ну, как бы у меня не было выбора, мне дали и то, и другое. Получается, что... Ну-ка. Сибилла, но я думаю, что она никуда не ушла после нападения. Но эти стенки, видите, они не разбиваются. Разбиваются только вот такие. Хорошо, что мне не забрали один из боевых навыков. Хотя, конечно, жаль, что в принципе что-то забрали. Но, опять же, из-за того, что, наверное, надо быть расторопней. Будем стараться, будем пытаться. Итак, вот ты. Восстановите. Уже установлено. Изучить. Help. Давайте выбрать функцию и закинем ее вот сюда пока что. Установить. И вот это выбрать функцию. И, наверное, сюда же. Потому что оно было привязано к Джонту. Джонтом я не очень пользовался. Я пока не понимаю, как эта подфункция работает. Но такое. Так, изучить. Сибил Райс. Да, это вот она. Установите и используйте, чтобы узнать. Я понял. Нового нет, нового нет. Ладно, в принципе. Прогуляемся. Да, прогуляемся. Гидроцикл. Ты еще вернешься. Ну, наверное, да. В общем, просто спамить не особо вариант. Нужно останавливать время, и тогда уже за счет этого драться. Это гораздо лучше. Тебе было глазами и ушами. Они подобрались к тебе, к нам. Они охотились на людей. Не знаю зачем. Но. Точно знаю, кого спросить. Я спрошу его, зачем. Мне кажется, он сам все расскажет. Каждый раз, когда нажимаю на кнопку, я прыгаю. Там было ускорение на мотоцикле, на гидроцикле это прыжок.
маленькие такие вставочки геймплея, пусть даже в таких роликах. Прикольно. По реке мы дальше не проедем. Ну и отлично. Так, 4. Я надеюсь, что в бою он не так мало держится. Хотя, прикиньте, ну, создать его и уйти... Да, создать его и уйти в пробел. Осторожно. Лишнее. А у него 10 хп осталось, ах ты ж мелкий. Ай, больно. На, один тебе, вам хватит. Следующий уровень, так, хорошо. Вот эта мелочь, она потом будет очень надоедливой, я так подозреваю. Это... Что у нас тут? Это черный ход. Ну, пойдем. Похоже на шум волн. Воу-воу-воу. Не знаю, чего ожидал, но... Вот же это Сибил все время с друзьями навязывалась. То мы видели... Вот теперь-то мы видели истинное обличие. Теперь... Что потом? Ладно, короче, ребят, читайте. А то я так пропускаю половину того, что он говорит. Ну, черт побери, красиво. А что мне теперь тут... Я тут, кстати, не могу пользоваться никакими навыками, но, в принципе, это логично. А, я могу вверх по... Воу-воу-воу-воу-воу. Еще нет доступа. А это, случайно, не fast travel, который... Это, мне кажется, он и есть. Последняя ветка. Тут, конечно, немного пустынно, но не так уж и плохо. Но с клаудбанком не сравнить. Больше поваляться я не могу, кстати. А что мне тут делать? Погоди. Не пинать же мячик до конца своей жизни. Еще недоступно, недоступно. Недостоин, недостоин. О! Песок. Тест на скорость 1 из 6. А я не хочу, можно?
О, это вот эти рикошеты, которые мне игра предлагала. Неужели прошел? Там буквально, по-моему, ноль доступна композиция in circles. Композиция, что, петь что ли буду? Ну, я понял, что певицу играю. Теперь мне интересно, куда ведет вторая дверь. А можно? Нет. Еще недоступно. Как я должен понять, какие из них работают, какие нет? То есть вот это сейчас было абсолютно рандомно. Вторая дверь это еще. А, вон внизу, смотрите, есть проигрыватель. Точно, это композиция. Это прям, может, не петь буду, но, по крайней мере, оно будет играть. Ну и хорошо. Нажмите Space или R для смены композиции. А, у меня их две. Отлично. Я могу сохраниться? Нет, я могу только выйти отсюда. Да, в общем, я так понимаю, что это будет некий наш хаб. Я, наверное, ошибся, что это будут фаст-тревелы. Но это интересно. Нам пора. Ничего не изменилось. Так, а нам сейчас... Ага, так, мои все скиллы вернулись. Нажать. Просмотреть ограничители процесса. Ограничители новые нажмите, чтобы использовать ограничители. Устойчивость. Я ничего нового здесь нажать не могу. Эффект активирован. При уничтожении процесс будет защищен... Создает защищенные клетки. Бонус к уровням. Та-та-та. Ограничитель. И изучить. Дефектная клетка. Используйте этот ограничитель и выдержите его эффект, чтобы узнать больше. Использовать. Ограничитель усиливает процесс. Я пока не уверен. Доступны неиспользуемые функции. Все равно назад. Какие неиспользуемые функции доступны? А, мне вернули вот это. Выбрать функцию. А тогда ты у нас будешь вот здесь. Улучшить. Вернули тогда джонт. Я таких за, получается, за один раз выхлёстываю. Лишний урон, видите? А как отменить? Поздно.
бойте, аж... А по нему еще раз ударить надо, получается? Я думал, что сначала, ну, нужно перебить их всех, тогда оно отменится, но ладно, нет так нет. А, кстати, у нас тут вот новое появилось. Биография. Сибилла Райс была широко известна в высшем обществе Клаудбанка. Она занималась организацией множества популярных общественных мероприятий, от впечатляющих торжеств до современных фестивалей. Она всегда была на виду, но при этом каким-то образом находила время со своей для своей тайной деятельности. Будучи одним из участников камераты, Райс занималась сбором информации о потенциальных целях, людях, которые могли принести значительную пользу их делу. Не привлекая лишнего внимания, она блестяще справлялась со своей работой, хотя одна из целей весьма ее беспокоила. Больше нового нам ничего не опишут. Так, одну секундочку. Ладно. Честно говоря, когда я играл в Stray, там была такая функция, там показывалось, сколько времени прошло с последнего автосохранения. Эта функция меня настолько разбаловала, что теперь я чувствую, как мне ее не хватает. Прикиньте. Похоже, я смогу еще немного отложить выбор специализации. Так. Ну, пойдемте дальше. Посмотрим, что будет. А тут... Я тут ничего не могу сделать. Это что-то новое. Да. Раз, два, три, четыре. Уйди от меня. Блин, а оно сильное. На 400 урона. Лопни. Причем фишка в том, что неважно сколько раз я выстрелил, пока я полностью не восстановлюсь, я не могу наносить урон. Нам лучше поторопиться. Я думаю, что тогда торопиться мы будем уже в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, поправа, всем ладушек, всем покеда.